хорошая игра, спасибо ребятам, показали хороший хоккей, сегодня неплохо получались комбинации, да, что-то не получалось, поэтому хорошая игра, ребятам спасибо, что еще выиграли, и это самое главное. Комментатор КХЛ ТВ Дмитрий Федоров весь матч нахваливал тебя, ну, вот насколько тебе самому было сложно психологически, вот как с этим справлялся? Да как, выходишь, ни о чем не думаешь, приятно, что болельщики поддерживают, скандируют там Уфа, Салават, поэтому выходишь, играешь, стараешься помочь команде, вот, ни о чем не думаешь, если будешь думать и о чем-то не том, ничего не получится, поэтому абстрагируешься, спокойно концентрируешь внимание на шайбе и спокойно пытаешься ее остановить. Особенный настрой на первый матч Нового года был на домашней арене? Ну, безусловно, почему нет, не должно, должно быть на каждый матч какой-то предельный настрой, особенно для меня, для молодого игрока, я считаю, ты должен выходить за каждую игру, как и все в команде, зависимо от возраста, но для меня вдвойне, и показывать тот хоккей, который будет приносить результат.